Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Зернышко по зернышку, полная мера наберется. Дома три стражники. Я же заплатила тебе за месяц вперед. Ну да, но по старой ставке. А теперь риск больше, значит, больше и причитается. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Спокойно. Я сама его сниму. Идите отсюда! Сейчас же! Прости, но я не знал, хочешь ли ты, чтобы я вмешался. Не хотела. Да, они вели себя подло. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Я волновался за тебя. Город кишит охотниками. Я знаю. Все было готово. Мы должны были отплывать, но охотники нас опередили. За одну ночь они закрыли все ворота, поставили стражу на каждом перекрестке, а потом начали прочесывать город. Улица за улицей, дом за домом. Они задерживают каждого, кто кажется им подозрительным. Большинство — простые люди, у которых оказался при себе амулет из клевера или кроличьей лапки. Но иногда они находят мелких чародеев. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. А боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. До порта вы так просто не дойдете на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в зимородок, бросив этих на верную смерть.
Что мне делать, Геральт? Ты не можешь рисковать всем ради двоих. Это неразумно и аморально. Я боялась, что ты так скажешь. Хорошо. Пойдем, Зимородок. Да. Да, Геральт? Я говорил с Родовидом, а он предложил мне найти Филиппу. Ублюдок! Ему мало, что он вырвал ей глаза. Он решил ее еще помучить. Ты ему, конечно, отказал? Нет. Геральт, ты же знаешь, что он с ней сделал. Успокойся, я просто подумал, что если соглашусь, его люди не будут мне мешать. Мне действительно интересно, что с ней. И как? Ты что-нибудь узнал? Немного. После бегства из Локмуэна она укрылась в эльфских развалинах возле Новиграда. Она проводила там какие-то эксперименты. Возможно, кристалл расскажет больше. Кристалл от мегаскопа! Он поврежден, но не окончательно. Франциска тоже колеблется. Они с Идой не хотят принимать решение вслепую. Они перестанут колебаться, как только мы увидим Кейру и Фрингилью. Фрингилья с нами. Она закончит дела в Нильфгаарде и присоединится к нам. Чудесно. Остается Кейра. Проблема в том, что я понятия не имею, где она. Что с Трис и Йеннифер? Йеннифер никогда не входила в ложу. А Трис... Посмотрим. Я восстановлю зрение и выберусь в Новиград к Артуру в Лейстеру. Говорят, и Трис где-то там. Ты все о том же. Прости меня, Филь, но в одиночку ты никогда не восстановишь глаза. Вильгефорд смог. Я использую тот же метод. Выращиваю ткани на драгоценных камнях. Это безумие. Нужно... Или... Твой... Опасность... Все, больше восстановить невозможно. Значит, Филиппа восстанавливает зрение. Я так поняла. Она собралась выращивать живые ткани на драгоценных камнях. Похоже на правду. В ее убежище я нашел окровавленные агаты. Если ей повезло, она стала вторым человеком в мире, кому это удалось. Но, пожалуй, самое интересное... Это разговор о ложе. Почему? Они упоминали самых могущественных чародеек, бывших членов ложи. Похоже, они собрались ее возродить. Это хорошо или плохо? Смотря для кого. Филиппа всегда говорила, если магия погибнет, погибнет весь мир. А ложа защищала чародеев и их интересы. С другой стороны, родовитый император... Будут не слишком довольны. Обоим пришлось бы считаться с нашим мнением. А они не любят делиться властью. Наше мнение? Ты хочешь к ним присоединиться? Нет. У меня другие планы. Так что ты будешь делать с кристаллом? Еще не знаю. Но я уверен, что Родовида он очень заинтересует. Ты же не отдашь его ему? Может, лучше, если он побудет у тебя? Гораздо лучше. У меня он будет в безопасности. Я наложу на него диагностическое заклинание. Попробую узнать что-нибудь еще. Удачи.
Поберегись. Она действительно пряталась там, где сказали твои люди, но я опоздал. К счастью или нет, трудно сказать. В ее убежище произошел пожар. Скорее всего, Филиппа погибла в пламени. Подходящий конец для ведьмы. У тебя есть доказательства? Нет, но могу дать слово. Твое слово? Ты даешь мне слово? Извини, но сама Эйльхард научила меня не верить словам. А потому и говорить не о чем. Прощай. Thank you.
Здесь стоит осмотреться. Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград ни войти, ни выйти. Зачем вы закрыли город? Чтоб его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то, как началась война, все сползлись в Новиград. Переловим их всех до единого. И спалим на одном костре, как скотину с ящером. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти, вот его документы.
Что? А откуда? Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. Покажи, что вносишь в город. Гляди. Рубен, не придуривай. Ну и заварил ты кашу в этом самом Локмуине. Не узнаешь, что ли? Покажи, что вносишь в город. А, всякую дребедень. Те, кто жил до бродяжки. Доволен немного собой. Господин офицер, не стоит беспокоиться. Я же... Упадок обыскать? Найдете что-нибудь подозрительное? На дыбу его. Следующий. Этот-то еще дышит. Известно, дышит. Иногда они еще дышат, когда их в печку кидают. Приказ велит без грамоты ни одной живой души не пропускать. Можем подождать, покуда сдохнет. Мне не к спеху. Не крутись тут. А Евстахий где? Он ведь всегда трупы возил. Возил, правда. Эй, ты! Известно, видел дышит. Тут где-нибудь тёлочек? Они еще дышат, когда их в печку кидают. Приказ велит без грамоты. Я ветеран. Нынешней молодежи в голове сплошной. Те, кто жил добродетельно, от огня согреются. Те же, кто жил в огне.
маски было. Слышал вчера, Вольф, что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Сначала ногти вырывали, а под конец сломали кости. Я больше так не могу. Как отстоим стражу, подам рапорт о переводе. Успокойся, Пэн. Это ж просто ведьма. Может и так, но кричат они, как обычные люди. Клиент! Что скажешь насчет партейки в Гвинт?
ваш нильфгаардский кесарь пусть меня в жопу поцелует. Слышал вчера вой. Что они делали с этой женщиной? Крутой выискался.
пропали, блин. Не подходи, а то будет одним трупом больше. Слушай, ты. Сзади. Ты думаешь, я куплюсь на такую... А, мать моя! К оружию! Оружие хватайте! Чудища идут! Давай! Спасибо. Если б не ты, нам бы уже конец пришел, как пить дать. Здесь стоит осмотреться. Здесь стоит осмотреться. Thank you.
оттуда! Вперед, плотва! Не торопись! Ведьма! Ян Вердун, помнишь меня? Ты спас меня от утопцев. Когда у меня не было гроша за душой, а теперь, гляди, кошель набит доверху. Ага. Деньгами беженцев из лагеря. Ну как, месть была сладкой? Я думал, ты за наградой. Денег я тебе с удовольствием дам, ты же меня спас. Но если ты ищешь неприятности, ты их найдешь. Деньги не пахнут, давай. Вот, пожалуйста. Пусть не переводятся. Ведьмак, дружище!